Ой, как хорошо, что мы сегодня в школу пешком пошли. И вправду, такая погода классная. Девушки, не проходите мимо. Помогите жертве несправедливой жизни. Мне его так жалко. Пойдем, а то подцепим еще какую-то заразу от него. Софи, надо ему помочь. Вот, держите. Девушки, спасибо вам большое. Софи, надо быть добрее. И чего мы сегодня в школу пешком пошли? И не говори, жара невыносимая. Красавицы, помогите, не ел уже 2 дня. Ой, бедненький, и долго ты тут сидишь? С самого утра. Бежи! Стойте! Шляпу хоть отдайте! Давай, давай, ботан, еще немного. Майкл, это не весело! У меня не получается! Хочешь, чтобы я тебе развязал? Пиши мне домашку! Я бы намного быстрее руками написал! А я никуда не спешу! Пиши, пиши! Сава, что с тобой? Опять этот Майкл над Савой издевается! Девочки, все хорошо. Это мы с Майклом так веселимся. Да, игра у нас такая. Знаем мы твои игры. Снова заставляешь домашку писать. Блин, он почти уже написал. Здорово. Привет. Дай домашку списать. А почему она не дописана? Ботан не сделал до конца. Эй, чудила! Домашку доделай до конца! Сейчас сделаю. Сава, перестань, а то так до конца школы будешь им все делать. Сама делай домашку! Не поняла, это кто такой смелый стал? Вам проблемы нужны? Он не будет ничего делать. Это мы у вас забыли спросить. Ну все, вы нарвались. Софи, что делать? Не знаю, в моей голове все по-другому было. Доброе утро. Вам повезло. Как он вовремя пришел. Ох, как хорошо, что Олег Леонидович вовремя пришел. О, вот вы где! Ну что, продолжим? Виолетта, давайте поговорим, все обсудим. Нечего тут обсуждать. Сава, сделай что-нибудь. Да, Сава, сделай что-нибудь. Ну что, ботан, готов к поединку? Блин, вечно эти шнурки развязываются. Какому еще поединку? Боксерскому. Сава, может не надо? Надо. Главное, не волнуйся. Работай на ногах, двигайся. Девочки, я не хочу. Можно я домой пойду? К маме. Давай убежим. Софи, ты пока их отвлекай, а мы с Савой сбежим. Нет, уже поздно. Сава, давай. Давай, уделай по-быстрому этого ботана и пойдем в кафе. Да я его одной левой. Только ты не сильно его, он еще должен нам домашку сделать. Ну что, готов? Нет, не готов. Да, он готов. Давай, Сава, ты его сделаешь. Да я тебя с землей сравняю. Это в принципе физически невозможно. Это противоречит всем законам науки. Ты чего? Мама, я буду хлопья с молоком. Походу, сильно он головой ударился. Вы тоже хотите? Забирайте его и валите отсюда. Ладно, все, все, успокойся. И так будет с каждым. Сава, ты как это сделал? Сила не в мышцах. Слабак, как ты мог проиграть этому хлюпику? Тоже мне боксер, тебя, считай, груша побила. Да я не помню ничего. Ну, ботан, ты мне еще ответишь. Что это за звук? Ты чего делаешь? Да так, ничего такого. Что?
Что это такое? Поп-ит. Поп-ит? И в чем прикол? Да ни в чем. Просто пузырики лопать. Хочешь попробовать? Ну давай. Прикольная штука. Только он какой-то немодный. О, вот так лучше. Что мне теперь с этим делать? Взяла и испортила поп-ит. Ну, это с какой стороны посмотреть? Как можно быть такой мрачной? Не мрачной, а дерзкой. Это лучше, чем быть такой милой. Аж бесит. А что плохого в том, что я добрая? Доброта для слабаков. Чао. Пока. Гони сюда сумочку, быстро! Ага, еще чего? А давай, говорю! Ну ты сам напросился. Никто не может трогать мою сумочку! Все, понял, понял! Отпусти меня, слезь! Еще раз тебя увижу! Ненормальная! О, моя цель! Стоять! Отдавай сюда свою сумочку! Только не плачь! Отдавай сумочку сюда! Ну, забирай все! И поп-ит тоже! Все, беги отсюда, чтобы я тебя больше не видел! Тебе что, заняться нечем? Все уже домой ушли! Не мешай, я тренируюсь! Я не мог проиграть этому ботану! Я еще докажу, что я лучше. Самый вкусный ужин для победителя. О, все, как я люблю. Какой ты смелый, не побоялся дать отпор. Да это даже я еще не напрягался. Ну, кушай, кушай. Ты должен быть самым сильным. Виолет, а может что-нибудь покушать сделаешь? Целый день ничего не ел. Мой фирменный рецепт. Можно было хоть за столом это делать? О, как обычно. Спасибо. А есть что-то кроме лапши быстрого приготовления? Я тебе что, повар готовить что-то? И вообще, ты не заслужил. Нет, я не хочу этот блеск. Он слишком яркий. Согласна. А это слишком темное. А где вся твоя косметика? Я ее потеряла. В смысле? Как это потеряла? Ну, не потеряла. Меня ограбили. Сумочку мою украли. Ограбили? Когда? Когда я вчера после школы шла. Ну, почему ты в полицию не пошла? Я побоялась. Да вообще, сумочка была старая. Куплю себе новую. Ну, я ему и говорю, чтобы я тебя больше не видела. Ну, ты мощная, я бы так не смогла. Да, а ну убежали отсюда. Мы вообще-то первые пришли. Кого это волнует? Быстро стулья освободили, нам нужно макияж подправить. Бесит уже. Да ладно тебе, Софи, они сейчас уйдут, и мы продолжим. Слишком ты добрая ко всем. Ну не быть же мне такими злыми и противными, как они. Стоять, ботан! Сюда иди! Майкл, если ты насчет вчерашнего, то я не знаю, как это получилось. Я тоже не знаю, как это получилось, но ты ответишь за это. Ладно, что ты там хотел сделать? Давай, делай и закончим с этим. Нет уж, ты меня унизил при всех, и я тебе отомщу тоже при всех. Может, хватит уже? Я признаю, что ты круче и сильнее. Нет, так просто ты не отделаешься. Готовься, придет время. И что же мне делать? Никто же не знает, что это случайно получилось. Я и драться даже не умею. Привет, Сава. Привет.
Привет, Софья. Ты чего какой-то дерганый? Да ничего, все хорошо. В общем, Сава, помощь твоя нужна. Виолетта совсем обнаглела. Ты бы мог поговорить с ними? Ну, как с Майком вчера. Мне кажется, это плохая идея. Но они нас с Аней постоянно дразнят и достают. Может, вы как-нибудь сами? Не буду же я с девчонками разбираться. Не мужское это дело. Ну, Сава... Почему, когда я на нее смотрю, она меня бесит? Нет, ну тебя! Вся такая миленькая, добренькая! Фу, тошнит! В общем, Аня, Сава твой вообще какой-то странный! Что такое? Попросила я Саву, чтобы он поговорил с Виолеттой и Аней, а он мне говорит, это не мужское дело с девчонками разбираться. Ну, может, и правильно говорит. Смотри, подружка ее пришла. Я на них смотрю, аж настроение пропадает. Как можно быть такими? Даже слов не подобрать. Если они портят настроение нам, то мы испортим им. Потому что мы можем. Майкл, можно поговорить? Чего надо? Говори. У меня есть тебе предложение. Давай мы оба обо всем забудем, и я буду за тебя делать всю домашку, контрольные писать. Нет, Сава, так не пойдет. Ты будешь продолжать связывать меня, издеваться, дразнить. Ты что, не понимаешь? Честно говоря, несмотря на то, что мой IQ самый высокий в школе, нет, не понимаю. Я был самым крутым в школе, все меня боялись. Так ты будешь самым крутым в школе, и я тебя боюсь. Когда все узнали, что меня уделал какой-то ботан, уже не боятся. Виолетта ко мне начала относиться как-то по-другому. Я так понимаю, переубедить тебя не удалось. Правильно понимаешь. А теперь иди отсюда и помни про мою месть. И бойся. Нет, ну это уже вообще, такого еще не было. Согласна, они поступили плохо. Плохо? Это все, что ты можешь сказать? Ну а что я могу сказать? Не мы же выбирали, с кем нам учиться. Если мы это так оставим, то они и дальше будут над нами издеваться. Ну а что ты предлагаешь? Покажем им, что к нам лучше не лезть. А может, оставим просто все как есть? Нет, долго я терпела их издевательство. Пора и нам ответить. Но ведь мы, получается, будем ничем не лучше, чем они. Знаешь, я не виновата, что они по-хорошему не хотят. Ты со мной? Я даже не знаю. Ты мне подружка? Да. Подружки должны помогать друг другу. Ладно, но если что, я этого не хотела. Ты видела выражение их лиц? Ой, мне так весело никогда еще не было. Аж как-то... приятно, что ли? Согласна. Делать пакости хорошим людям круто. Знаешь, а может не будем на этом останавливаться? Ты читаешь мои мысли. Устроим им веселую жизнь. Софи, ты уверена, что это хорошая идея? Это лучшая идея, которая была в моей голове. Я думаю, они очень на нас рассердятся. Я на это очень надеюсь. Ох, как я этого ждала. Только тихо. Надо все сделать, пока они не пришли. Давай. Ха-ха, ну как вам вкусно? Вы... Да я вас порошок сотру! Ой, нехорошо все это. Да вы понимаете, что вы вообще сделали? А вы думали, что мы всегда будем терпеть ваши издевательства? Вы мне ответите за то, что испортили мои джинсы. Ну все, вы сами напросились. Я вам сейчас... Ого! А что тут происходит? Сава, помоги нам! Не подходите, а то получите от Савы! Что? От этого ботана? Вы забыли?
слышали, что он с Майклом сделал? Или вам напомнить? Давай подождем, пока они одни будут. Ладно, наслаждайтесь, пока можете. Но Сава не всегда будет рядом. Не понял, вы что наделали? То, что ты не смог. А я тебе говорила, что это плохая идея. Вы вообще понимаете, что вы наделали? Да они же вас. Ой, хватит вам уже. Они это заслужили. Сава, ты защитишь нас? Ну, конечно, если буду рядом. Ну вот, а ты переживала. Ничего они нам не сделают. Надо как-то сделать так, чтобы Савы рядом не было. Они еще пожалеют, что это сделали. У меня от злости сейчас голова лопнет. Надо что-то срочно делать. Есть у меня одна идея. Слушай. Что же за день сегодня такой? Лучше бы дома остался. Сава, привет еще раз. Ты чего сюда пришла? Да мне как-то было страшно одной домой идти. Вдруг меня где-то Виолетта с Анней караулят. А зачем вы вообще это сделали? Это все Софи, ее идея была. Да, проблемы теперь у вас будут. Ну ты ведь поможешь, мне страшно. Ну, помогу, конечно. А может, проведешь меня домой? Хорошо, пойдем. Что-то ее долго нет. Не будет же она в школе ночевать. А она точно этой дорогой домой идет? Уверена. О, кажется, она. Сава, давай догоняй. Иду, иду, просто шнурки завязывал. Блин, она опять с Савой, что делать? Уже ничего, будем ждать. Вы чего здесь прячетесь? Да так, просто стоим, воздухом дышим. Сава, пошли. Как хорошо, что ты меня привел. А ты завтра зайдешь ко мне перед школой? Хорошо, зайду. Майкл, разговор есть. Что хочешь? Ты ведь хорошо дружишь с Виолеттой и Аней? Ну да, дружу. Короче, нужно, чтобы ты мне помог. Ну, смотря что ты хочешь. Мне нужно, чтобы ты рассказывал все, что хотят сделать девочки. В каком смысле все, что хотят сделать? Типа пойти погулять или в туалет сходить? Нет, все, что они хотят сделать нам с Аней. Я уверена, они что-то задумали, и мне надо знать, что именно. Я тебе что, похож на крысу? Друзей сдавать. Да сядь ты, успокойся. Я же не за просто так прошу. Ага, так это другое дело. По рукам. Она что теперь, даже без Савы в туалет не будет ходить? Да, теперь задачка посложнее будет. Знаешь, что делать? Конечно, знаю. И что мне делать? Может, завтра в школу не пойти? Всем помогаешь? Хоть бы мне кто-то помог. Как же я устал. Ну что, ботан, готов? Ладно, Майкл, давай решим все, как мужчины. Я готов. К чему готов? У тебя даже штанов нет. В смысле? А где мои штаны? Без штанов. Фух, ну и приснится же такое. Сава, ты чего орешь? Все, я так больше не могу. У меня скоро крыша поедет. Завтра же все решу. Майкл, ну ты не мог подождать? По новой все делать. А вы чего это делаете? Это что, хлопушки? А, ну это мы для девочек готовим небольшой сюрприз. Давай быстрее, пока они не пришли. Это только начало. Скажем так, подготовка к основному блюду. За тобой не следили? Тебе что, в шпионов захотелось поиграть? Держи. Вот, как договаривались. Ты меня не видела. Софи, привет!
Представляешь, я вчера шла домой, Виолетта с Аней караулили меня возле дома. Вот же крысы. Не знаю, что бы могло быть, если бы Савы не было рядом. Но ничего, сейчас мы посмеемся. Стой, надо кое-что проверить. Софья, что такое? Дай в кабинет зайти. Заходите, только аккуратно. Смотрите! Это кто сделал? А ты как думаешь? Ого, а круто придумали! Отойдите! А, чьи это хлопушки? О, сработало! Пошли! Ха-ха, классное видео! Ну что, не сработала ваша гениальная ловушка? Ну все, малявки, вы надоели! Сава! Ладно, Виолетта, пошли. Софья, ну как ты узнала, что они хотят сделать? Это все мой гениальный мозг. И как они узнали? Я была уверена, что это сработает. Как эти малявки нас могли обхитрить? Нам нужно переманить Саву на нашу сторону. Точно, тогда он не будет их защищать. Только вот, как нам это сделать? Очень просто, он же ботан. А что нужно ботану? А я откуда знаю? Я что, на умную похожа? Пошли, сейчас все будет. Привет, Майкл. Привет. Сава, вот смотрю на тебя, аж жалко. Жалко? Это еще почему? Я уничтожу тебя при всех. Над тобой будут издеваться до конца твоих школьных дней. Майкл, может, все-таки договоримся? Деньги хочешь? Так у меня есть. Немного, но есть. Не нужны мне твои деньги. А хочешь, я тебе свою PlayStation отдам? PlayStation? Пятую? Да. Нет, не хочу. Я хочу отомстить тебе. Веселись, пока есть возможность. Сава, думай, думай, что бы сделал в этой ситуации? Эйнштейн! Я не буду этого делать. Надо, по-другому никак. Фу, ну это противно. Пошли. Сава! Вы чего подкрадываетесь? Чего надо? Знаешь, Сава, ты такой сильный и крутой. Мне такие мальчики очень нравятся. Не то, что этот Майкл, хлюпик. А ты сегодня не хочешь после школы сходить погулять? Или, может, в кино? Мы билеты купим. Да чего сразу хлюпик? Майкл, классный пацан, идите лучше ему предложите. Да ты его одной левой сделал. Мне не нужен такой хлюпик. Мне нужен такой сильный парень, как ты. Я думаю, это все-таки плохая идея. Все же, предложите лучше Майку. Так, я сейчас не поняла, на что ботан отшил? Об этом никому ни слова. Я тут, в общем, подумала, и мой гениальный мозг выдал мне идею. Софи, может, прекратим все это, пока не поздно? Пока не поздно? Аня, ты думаешь, они отстанут от нас? Но мы же их не трогаем. А им когда-нибудь нужен был повод? Если мы и дальше будем терпеть их издевательства, то они от нас не отстанут. Нужно их еще раз проучить. Софи, они и так уже сильно на нас злы. Я не хочу делать еще хуже. Хватит быть такой боегузкой. Пускай злятся еще больше. Им это полезно. Но ведь Сава будет не всегда рядом. А что, если они опять будут меня караулить возле дома? Мы сделаем так, что они будут бояться нас. Нет, Софи, хватит. Это надо прекращать. Хорошо, только потом не говори, что я тебя не предупреждала. Смотри, никто не идет. Нет никого, давай быстрее. Устроим им фигурное катание. Ш-ш-ш.
Девочки, это что такое? Ну я же сказала, смотри, чтобы никого не было. Я смотрела, его не было. Ты как всегда, не вовремя. Девочки, вы можете хотя бы предупреждать? Они опять готовят вам сюрприз. Поняла. Держи меня в курсе. А, да, расценки поменялись. Хочу в два раза больше. Это еще за что? Я предаю своих друзей. Вымогатель, держи. С вами приятно иметь дело. Ань, ну что, ты еще не передумала? Софья, я же тебе сказала. Тоже хорошо. Девочки, это что такое? Масло. Ой, прости, оно так плохо отстирывается, мы не знали. Или знали. Ну что, не передумала? А знаешь что? Говори, что там твой гениальный мозг придумал. Так, уроки самообороны. Так, о, здесь много просмотров. Я не хочу еще раз позориться. По-другому никак. Второй раз он у нас точно не отошьет. Сава, ты тренируешься? Молодец. Правильно, нужно поддерживать себя в форме. Да-да, вот решил новые приемчики выучить. Вот с таким парнем не страшно вечером гулять. Всегда сможет заступиться перед хулиганами. Ну да, вообще-то я хотела вам признаться кое в чем. Стой, молчи, я знаю, что ты хочешь нам сказать. Правда? Вам Майкл уже все рассказал? При чем тут Майкл? Я знаю, что ты меня любишь. И я тебя тоже. И я тебя тоже. Выбирай, с кем пойдешь на свидание. Не понял, девочки. Вы чего этого очкарика обнимаете? А тебе какая разница? Это теперь мой новый парень. А может, он меня выберет? Ладно, красавчик. Ты подумай, с кем хочешь на свидание пойти. Вот это сейчас неожиданно было. Майкл, я тебе сейчас все объясню. Я сразу сказал им нет, а они дальше от меня не отстают. Я понял. Фух, ну наконец-то. Я не хотел ничего этого. Ты унизил меня при девочках. Они считают тебя крутым. И ты решил подкатывать к ним, пока есть возможность. Да нет же, ты неправильно все понял. Как обычно. Ты увел у меня девчонку. Ну все, ботан, на тебя обрушится вся моя мощь. Никого нет. Отвертку. Стой на шухере. Никого нет. Давай быстрее. Уже почти готово. Пошли. В первый раз с хлопушками не получилось. Думаешь, на этот раз получится? В этот раз сделаем так, что все получится. Вы чего делаете? Фух, напугал. Тихо, я почти закончила. Это что, опять хлопушки? В тот раз все не сработало. В этот раз сработает. Стоп! Откуда ты знаешь, что не сработало? А, ну так вы же говорили. Мы тебе ничего не говорили. Странно, правда? Каждый раз ты приходишь, видишь, что мы делаем, и Софья всегда узнает. Девочки, вы чего? Думаете, что я вас сдаю? Мы не думаем, мы знаем. Таких совпадений не бывает. Девочки, да чтобы я предал своих друзей? Я за тобой слежу, очень внимательно. Фух, чуть не попался. Ты серьезно думаешь, что Майкл мог такое сделать? Все может быть. Ой, девочки, чего-то не хватает. Не это ли? Мы забыли вам сказать. Простите. Опять эти малявки. Ну ничего, наш сюрприз получше. Знать, как и нам есть. Мой гениальный мозг никогда не ошибается.
О, Софи, ты тут? Хотел сказать, уговор больше не действует. Вовремя, Майкл. Какой еще уговор? Потом расскажу. Ой, девочки, какие вы яркие! У вас что, праздник сегодня? Это не смешно! Вот как теперь мне эту краску с лица отмыть? А не надо было эту войну начинать! Это вообще-то вы первые начали! Да кого волнует, кто первый? Главное, что вы проиграете! Это мы еще посмотрим! Вы думали, ваш Сава всегда защищать вас будет? Он сейчас придет, мы ему все расскажем, и вы получите! Это хит! Стоп, девочки, может хватит уже, это баловство превратилось непонятно во что. О нет, это мы только начали. Все послушайте меня. О, что-то новенькое. Я больше так не могу, я всех обманул. На самом деле, я не такой крутой и вообще не умею драться. С Майклом это получилось случайно. И вот еще. Майкл, я это сделал вместо тебя. Вообще какой-то ненормальный. Ну и кто теперь умный? Ничего не понял. Это мой гениальный план, заложить себе идею о моем месте. Я не хотел ничего делать, ты сам все сделал. То есть все это время, все эти кошмары, просто так? Так получается, на самом деле Сава все тот же ботан? И мы его просто так боялись? Нет, вы сейчас получите. Сава, покажи им, что ты не слабак. Ну все, вы доигрались. Мамочки!